ясное небо. Это изолятор молнии. А вот это молнии. Вы слышали про Ямал? Там нашли баронки. Вот такие большие-большие. Это из-за того, что в Ямале слишком большие грозы начались. Поэтому под землей выделяется водород. Выделяется. И как она освобождается, происходит взрыв и выбрасывается земля на это, на поверхность. У нас тут в Чурапче, где Мрыла, Мандагай, там зимой точно такое же было. Когда трескается земля, треск, освобождается водород и взрыв. Бух. И подумали, что там испытание ядерной бомбы. Но я думаю, что это не испытание ядерной бомбы, а это взрыв водорода, который создается с помощью этого, с помощью молнии. Там тоже есть каменный уголь, поэтому там тоже выделяется водород под землей. И когда зимой земля трескается из-за холода, водород освобождается и взрыв. Банг!